Божественная литургия, чтение по Риме, а также пение канона, в котором подчеркивается величие преображения. Все это ритуалы богослужений, которые традиционно проводятся в церквях 19 августа. Цвет одежды священнослужителей в этот праздник белый, символизирующий божественный фаворский свет. Именно со священной горой Фавор, на которую незадолго до своего распятия привел своих учеников Иисус, и связана история преображения Господня. Господь берет своих троих любимейших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, восходит с ними на гору Фавор. Но это скорее больше все-таки холм, чем гора. И там его лик, его одежда, его тело преображается, становится белыми, как солнце. Белое облако осенило Господа, и из облака был голос Бога Отца: «Сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Причем, что интересно, это чудо, когда долгое время как-то были даже еретики такие, говорили, что на самом деле преображение это было всего лишь некое атмосферное явление, что примечательно, преображение случилось ночью. То есть именно тогда, когда именно дневной свет, он не мог воссиять таким самым обычным образом, что это подтверждение того, что было действительно настоящее божественное чудо. В русской народной традиции преображение называется вторым спасом или яблочным спасом. Во времена Древней Руси специально к этому дню яблоки везли целыми вазами, часть плодов раздавали бедным и больным. В греческой традиции вместо яблок несли виноград, основной фрукт в это время года. Сегодня верующие освящают яблоки и другие плоды, выращенные самостоятельно, либо купленные в торговых точках. Перед яблочным спасом наша съемочная группа побывала в фермерском хозяйстве Берестейское, которое славится своим 10-летним яблоневым садом. Здесь на 52 гектарах находится целая плантация августовских леголий, дженаголдов, рубинстаров и других сортов ароматных плодов. «Это моя жизнь», — говорит о саде опытный агроном со стажем Иван Махляр, параллельно рассказывая о тонкостях выращивания деревьев. На одно яблоко должно приходиться 90 квадратных сантиметров листвы. Никто ее, конечно, не меряет, но практически так оно получается, что на одно яблоко должно где-то 12-15 листьев быть. Все сорта яблок в фермерском саду поздние, поэтому урожай созреет примерно через 2 недели. В среднем одно дерево дает порядка 25 килограммов плодов, и это еще не предел. Львиная доля такого успеха принадлежит стараниям Ивана Степановича. Сегодня, находясь в саду, который закладывал, говорит о гордости и одновременно о грусти. Немножко и грусть, но и грусть в том, что как бы когда ты придется уже и в возраст прощаться с садом. Ну и приятно то, что все-таки все это на своих глазах делалось. Это гордость есть, правда? Да. Кроме традиции освящения яблок, у православных христиан существовали и поверья, связанные с этим великим праздником. К примеру, у македонцев бытует поверье, что в этот день улетают ласточки и открывается небо, в котором можно увидеть Бога и загадать желание. Однако в первую очередь праздник преображения Господня несет в себе смысл духовного преображения человека, который путем искреннего раскаяния, исповеди и таинства причащения очищается от грехов и духовно преображается. Любой церковный праздник, будь то преображение, успение, вот чаем мы этого также праздника 2-10, любого другого, это не просто воспоминание неких таких рядовых событий. Этот праздник, он скорее для укрепления веры. Поэтому желаю каждому православному христианину, чтобы христиане укреплялись в своей вере, чтобы они не отступали от Господа Бога, чтобы укрепляли веру также и о учениках, как и ученики их, также вот родили о такой же вере, как была у Петра, и Иакова, и Иоанна, и прочих учеников. Ну и, естественно, конечно же, наследовали Царствие Небесное. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.